Жеребьевка проводилась территориально избирательной комиссией совместно с печатными изданиями «Кумертауское время» и «Юшатыр» по размещению бесплатных и платных материалов в печатных изданиях нашего города и платного эфира в телерадиокомпании «Арис». Жеребьевка проводится следующим образом. Сначала мы определяем очередь проведения жеребьевки среди периодических печатных изданий. Перед началом жеребьевки сотрудники печатных изданий предоставили данные об объеме площади для публикации агитационных материалов для каждого кандидата и данные о количестве номеров, в которых будут опубликованы статьи. За весь агитационный период, который у нас 20 августа по 17 сентября будет длиться, да, в нашем, выйдет 7 номеров газеты «Кумертауское время». Это без учета субботних номеров. Это традиционные субботние номера. В агитационной кампании не учитывается. Первыми в жеребьевке приняли участие 14 политических партий, официально зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 7. Российская экологическая партия «Зеленые». Следующими распределили печатную площадь 9 представителей кандидатов в депутаты Государственной Думы по 7-му Салаватскому одномандатному избирательному округу. Номер 104, 6 сентября. По-моему, совпало. Это ваш день 6-го. Информация по протоколу, в котором были зафиксированы результаты жеребьевки, будет принята постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и официально размещена на сайте ЦИК РБ.